В регионе стартовала неделя нацпроекта образования. Начало тематической семидневки положил педагогический форум в Центре развития. Там уже 10 лет сопровождают детей с особенными образовательными потребностями. На адресную помощь могут рассчитывать и взрослые. Для них организована родительская гостиная. Специалисты будут консультировать весь год, минимум раз в месяц. Родитель позвонил. Мы определили, по какой теме родитель хочет получить консультацию. Определили специалиста, назначили время встречи. И специалист начинает работать с родителем. Поддержка семей, имеющих детей – одно из приоритетных направлений федеральной программы. Специалисты образовательных заведений продолжат повышать компетенцию родителей по вопросам обучения и воспитания. Очень важно своевременно оказывать семьям медико-психолого-педагогическую помощь. В принципе, вот сегодняшнее наше мероприятие посвящено как раз данному направлению. Неделя нацпроекта пройдет под знаком открытого диалога. Во всех муниципальных образованиях состоятся круглые столы, мастер-классы и брифинги с участием населения. Вопросы коснутся обучения детей по современным образовательным стандартам.